Помет я сезона 2019, питомник Атим Эрташ. 20 число октября гуляет весь помет с мамкой. Все еще дома. Еще нету нам 2 месяцев, поэтому все еще дома. После 2 месяцев начнут разъезжаться по своим домам. Так. Говёшки на ведро не трогайте. Атим Эрташ, я Руза. В Питер поедешь же, девчушка. Тихо, прибежал. Атим Эрташ, я Жордана. С бутылочкой играет. Москвичка будет, девочка. В Москву поедешь жить. Я Жордана. Ладно, жует она, жует. Так, ну а эта девочка у нас палевая с белым. Атим Эрташ, я Лвиния, девочка свободна. Играет с Янгаем. Янгай, талисман удачи. Мальчишка в Тюмени остается, беленький. Я Лвиния, свободна. Так, не лезьте ко мне, я снимаю. Идите играйте. Ой, кто-то тут подрался. Янбулат с Яральдиной подрались. Что такое? Ягара пришла, беленькая девочка. Ягара тоже в Питер поедет. Ну, в общем, здесь у нас с игрушкой бегает я Жордана. Яральдина пока в питомнике остается, девочка, попочка идет, виляет. Янтарина прибежала тоже, пока в питомнике остается. Да все, хватит вам мамку сосать уже, дайте ей в туалет сходить спокойно. Минусовая у нас погода, снега нет. Ян Булат, Германия, прибежал. Дерутся, играются. Я Жордана и Янгай. Хорошо им, просторно, двор большой. Как раз разбегаться, побегать, поиграться. Бывает, толпой носятся. Отпустите маму в туалет сходить. О, блин, ходят за ней цепочкой. Так, ну что, я Лвиния, палевая с белым, девочка, свободна. Очень хотелось бы, чтобы девочка попала в выставочные руки. Мне она очень нравится анатомично. Короткошерстная такая девочка. Яральдина убежала от меня. Подошла к Ялвине. Вот такие. Заварушка такая. Кто кого. Ялвине. Хорошая девчушка, красивая. Ой, ругается. Вот она села, сейчас сидит сразу такая, раз, как статуэточка. Вот она бежит, увидела меня, да? Ёлвиня, дочь. Девочка свободна. Это молодец, дочь, вот молодец. Иди гуляй. Ягара бежит к мамке. Мне присесть невозможно. Ты сразу бежишь, Ялвиня. Тебя не поснимать, не поймать. Ялвиня. Вот такая девчушка.
Подошла она к Ясилии. Ясилия пока временный резерв. Дала время для перечисления оплаты Мексике. Если оплата вовремя не придет, то будет свободно. Пока ничего не могу сказать по поводу Ясилии. Свободна только Ялвиния. Сейчас гуляет помет на букву Я. О, отпустите я Жордану. Ой, дерутся, ой, дерутся. Ой, ругаются. Янбулат там сидит и с Ежерданой ругаются. Ялвиния к титьке прибежала. Деловая колбаса. Вот она пошла играть. Влилась в компанию сразу же. Ой, 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 мальчишки побежали. Янгай и Ярызгер. Ярик у нас город Саров. За ними пошел Янбулат. Мальчишки в сборе. Так, а где же у нас еще один мальчик? Еще Яланбай. Он, по-моему, Титю сосет. Яланбайчик у нас поедет жить в город Нижний Тагил. По-моему, всех рассказала. В общем, свободно. Ялвиния.